Звенигороде завершилось обустройство нового помещения для проекта «Активное долголетие». Здание находится в жилом массиве на границе новых микрорайонов Пронина и Первомайский. Здесь разместился зал для спортивных занятий, комната для настольных игр и зона отдыха, образовательный класс, арт-студия и гардероб. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации деятельность клуба временно приостановлена. Как только обстановка изменится, мы будем рады видеть здесь наших активных бабушек и дедушек, сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.